алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сегодня пятница, и поэтому мы с вами вместе в такой замечательной компании. Сегодня у нас были артисты, да, нам и спели, и стихи читали, Вагас читали. Наконец-то пришла моя очередь. Я извиняюсь, что я до намаза не смог, у меня есть проблемы немножко. У меня жена сломала руку, и с этим есть небольшие затруднения. Поэтому сейчас мы с вами поговорим про то, что каким людям, кому должен обращаться мусульманин в первую очередь.